Всем приветики! С вами Милис, и сегодня у нас новая игрушечка под названием «Вампир. Маскарад. Лебединая песня». Так что у нас по сюжету будут такие дела. Мы будем играть за трех вампиров. Одновременно, не знаю, вряд ли у нас не хватит пальцев и мышек. Но у нас будут у всех разные способности, разные навыки. И мы должны будем свой вампирский гнев держать в себе, чтобы не съесть пол мира. А по сюжету мы будем выбирать всякие действия, которые будут зависеть на дальнейший сюжет. Так что игрушечка вроде интересная, графика потрясающая, я влюбилась с первого трейлера. И не забудь подписочку на канал, на паблик ВКонтакте, поставить свой царский лайкосик. И все, ссылочки в описании, все, приятного просмотра. Квартира принца. Мы попадем в квартиру принца. Я аж волнуюсь. Так. Это что там за принц такой, а? Так, в бостонском дворе царит хаос. Объявлен красный код, а значит, наступил серьезный кризис. Принц вызывает к себе Эмим, Лейшу и Галипа. Наверное, это те, за которые мы будем играть. Вампиры живут среди нас. Сами того не зная, мы строим для них города, участвуем в их войнах и утоляем их голод. Столетиями эти существа организовали противоборствующие фракции, самая крупная из которых — Камерилья. Наконец-то есть субтитры, которые можно читать. Своих демонов главы Камерилья поддерживают маскарад — всемирный заговор, который призван скрыть от смертных сам факт существования вампиров. Нарушение маскарада карается окончательной смертью. Вампирские фракции Бостона давно ведут междоусобные войны. После особенно кровопролитного конфликта Хейзен и Персин, новый принц, заключил хрупкий союз содружества магов крови под названием Часовня Хартфорда. Или Хартфорда. Этот союз не только гарантирует стабильность домена, но и позволит принцу заниматься торговлей кровью. Перевозить кровь и смертных для вампирской элиты. Сегодня у сородичей праздник. Мне кажется, это незаконно. Перевозить кровь и людей для вампиров. Уже думаю. Компания Некрон. Но по сюжету мне уже нравится. Так, кто-то печатает. Секунду, только запущу. Все готово. Итак, начнем. Скажи мне, что ты видишь? Ничего. Кромешный ад. Я не знаю. Ладно, попробуй сосредоточиться на своем видении. Нет, началось! Что началось? Нет, поздно, слишком поздно. Успокойся, спокойно. Хватит, пожалуйста. Нет, хватит. Кажется, кто-то себе что-то сломал. Они идут. Вампир, маскарад, лебединая песня. Ой, мне нравится, отлично. Вступление уже превосходное на высоте, но кажется немного громко. Я боюсь сейчас нажать Escape и подкрутить музыку. Мало ли, сейчас заставка нафиг просто уедет. Лейша. О. Прям начало киберпанка, по-моему. Я, конечно, не играла в киберпанк, но что-то там видела начало. Ты это тоже почувствовала? Take your stuff. Собирай вещи, мы уходим. Ох, какая цыпа. У нас проблема. Call them back. Верни их. Oh.
Вы тоже на руке видели щетину? О, какой! Что происходит? Какой красавчик-то! Это принц. Мы должны поторопиться. Ничего так вампир. Прям ничего так вампир. Квартира принца. 11 часов. Ну вот уже, черт тебя двери, поспеши. Успокойся, может, это и не имеет отношения к вечеру. Ты прекрасно знаешь, что за него отвечал я. Если что-то пойдет не так, голову тоже лишусь я. Твою, блин, проклятие. Хейзл несколько месяцев уговорил часовню Хартфорда стать нашим союзником. И их удалось уломать. И вот на тебе. Код красный. Код красный в Бостоне. Жесть, такого не было. Эми, дела плохи. Я не успеваю так быстро читать, дайте успокоиться, дайте, ух, надышаться. Навыки. В диалогах для некоторых ответов необходимо использовать навыки. Уровень вашего навыка сравнивается с уровнем навыка соперника. Тот, у кого этот уровень выше, побеждает. А, у нас нет навыка. Воля 12. Тут я вижу 15. Психология, убеждение, ей, не. А, при использовании навыков расходуется воля. Если ваш соперник побеждает, вы получаете несколько очков воли после завершения диалога. Хорошо. ММ2, Джонни Аткинс. Угу. Успех 100%, а это ничего. Давай так. Ты здесь вообще ни при чем. Я уверена, что ты не понимаешь, я отвечаю за организацию вечера. Но за безопасность обычно отвечает Яра. Ага, только вот я член Примогина, в отличие от меня. Ага, а ты Карпи. Принц тебя защитит. Сама знаешь, ей только дай повод сбить с них смесь. Посмотрим. Что же нам делать? Убедимся, что все в безопасности, а потом перейдем к этому этапу зачистки. Зачистки? Что ты имеешь в виду под зачисткой? Уничтожение архивов, документов, всего, что может каким-либо образом выдать нас или наших союзников. То есть до того в Бостоне никогда не было код красный? С тех пор, как пал Лондон, к протоколу нельзя наплевательски относиться. Да-да, последние 4 года я только это и слышу. Нам больше нельзя пользоваться интернетом, смартфоном. Это называется снижение риска. Код красный — это сигнал тревоги. Его рассылает с целью сказать: «Берегитесь, мы все в опасности». Получив его, все бегут в ближайшее убежище. Нам безопаснее всего рядом с принцем. Все могло бы быть гораздо лучше. Я бы предпочла этот вариант. Ты меня даже не слушаешь. Так, сейчас, подождите. Я хочу музыку сделать потише. Чуть-чуть, вот. На самом деле, здесь в настройках были вот наполовину. Я увеличила, ну, типа, зачем? Давайте вот так вот. Применить. Так, а теперь я хочу... шрифт, субтитры, да. Можно шрифт, пожалуйста? Тут, кстати, можно играть с джойстиком. Но... Блин, не знаю, может попробовать джойстиком потом поиграть. Что будет после второго этапа? Будем надеяться, что до этого не дойдет. Да ладно тебе, скажи. Нам придется бежать. Все оставить и уйти под поле. Уехать как можно дальше отсюда. Я ни за что не уеду из Бостона. Все мое добро здесь, в этом городе. Я столько лет развивала клубы. Я пахала не для того, чтобы взять и все бросить. У тебя не будет выбора. Кстати, ты же ненавидишь здесь бывать. Сама-то как? А ты как думаешь? Но я не умею держать себя в руках, Джей. Да, знаю. Ты просто не нервничай, и все будет нормально. Фух. Эх, девочки, наконец-таки вы пришли.
Я так вас, за вас переживала. Места себе не могла найти. Эйприл, ты переигрываешь. Эмма, принц просила передать, чтобы ты сразу к ней подошла. Я бы на твоем месте поторопилась. Что же до тебя, Джорни? Объявлен красный куб. Если там что-нибудь случилось, ты понесешь за это личную ответственность. Во-первых, графика здесь не то чтобы самая лучшая, она не очень детализирована, но весь дизайн персонажей и их персонализация прям офигенная. Они прям такие новенькие, есть изюминка в каждой девушке, как я вижу. Но, да, графика не настолько потрясающая, но идея классная. Так, дальше, дисциплины. У вампиров есть сверхъестественные способности, которые они получают наследство от своего клана. Они называются дисциплинными. Ой, ужасное слово. Некоторые дисциплины можно использовать в диалогах, как и в случае с навыками. Побеждает персонаж, у которого уровень дисциплины выше. Не все дисциплины доступны каждому вампиру. Некоторые смертные могут владеть определенными способностями, однако большинство из них не имеют никакой защиты от дисциплин. Голод у нас 5. При использовании дисциплин увеличивается показатель голода. Это голод? Ё-моё! У голода есть значение, которое превышать нельзя. Оно ограничивает использование способностей. То есть мы можем меньше... Меньше крови у нас будет хорошо. Но если у нас будет больше этого, мы что? Разоримся и станем злыми? Или вот наоборот, если он будет намного меньше, то она, наверное, сойдет с ума и начнет каждого выпивать. Что-то я не поняла. Ладно, чем ближе вампир к этой границе, тем выше риск того, что он утратит контроль над собой и нападет на ближайшего смертного, чтобы выпить его кровь. Так, поддержка Джорни нам даже недоступна. Так что давайте величием. Польстить Эйприл. Неудача. Отлично. Знаешь, а ведь раньше и без твоего ведома никто и шага ступить не мог. Тебе ведь известно, в чем именно обвиняет Джей? Эммэм, милая моя Эммэм. Ты просто прелесть, правда, только вот немножечко забываешься. Нам как никогда важен союз часовни Хартфорда. Принц сейчас на взводе, связаться ни с кем не выйдет. Причем здесь Джей? Ну а как же, ведь это она за все отвечала. Слушай, вы обе, ни слова больше не хочу от вас слышать. Принц в ярости. Джорни, ты пойдешь со мной. Но почему? А я тебя видеть. А тебя я хочу видеть, Хизел. Сейчас же. Тут какой Хизел? Мне вот эта мадам больше наша нравится, темненькая. О, как раз мы за нее играем. Ёшкин, матрешкин. Так, Бостон. Так, Таб. Сейчас узнаем все о ней. Основательница черных гремучников. Клан Ториадор, дата становления 1929, поколение 12, сир Хильда Макендрюс, понятно, люди с бронзом. Эммэм родилась в 901 году, ого, в Гарлеме, в семействе бедных музыкантов афроамериканского происхождения. Ее отец Мейсон по вечерам исполнял музыку, а днем работал мойщиком окон. Мать Клара воспитывала 4 детей, а в свободное время зарабатывала на жизнь пением. В 17 году отца Эммэм призвали в армию и прикрепили к 15-му полку Национальной гвардии Нью-Йорка, который в свое время заслужил прозвище «Гарлемские черти». В составе этого полка он участвовал в освобождении Франции. Во время службы в армии Мейсон вступил в полковый джаз-бэнд, который снискал невероятную популярность после окончания войны. Они записали пластинку на студии Пати. Тан-тан-тан-тан. Так, 17-летняя Эммэм стала танцовщицей. Она вращалась в высшем обществе среди тех, кто приходил послушать ее отца. Довольно скоро ее заметили. Эммэм узнала о Вариете Фоли Бержер.
с их заграничными турне и загорелась мечтой попасть туда. Она с блеском прошла прослушивание, и ее приняли в труппу. Сперва она была на подхвате за кулисами и периодически подменяла других актеров, но очень скоро ей стали давать главные роли, и это все в 21 год. Ее бурлеск-шоу с раздеванием буквально свело Париж с ума и сделало ее невероятно известной. Эмин стала путешествовать по Европе, выступая при заполненных залах в самых злачных кабаре. Она была юна и блистательна, она вела ночную жизнь, в которой деньги кружили голову, а шампанское лилось рекой. Уверенная в себе и обольстительная Эмин была живым воплощением свободной независимой женщины начала 20 века. Огненный темперамент привлек внимание див Европы. Что такое див? Ладно. Убийственная страсть. Вот это уже интересно. Я думаю, здесь вампирская история. Декабрь 23 года. Ей получается уже 22 года. Эмин дала 8 концертов в Венском Карл-театре. В первый же вечер театральный режиссер вытащил ее из гримерки, чтобы познакомить с Хильдой Макендрюс. Загадочная аристократка, которая не проступила ни одного выступления. Пропустила, проступила. Ну все, пора. Зачиталась. Эмин буквально покорила юную актрису. Последующей ночи они ходили в бары, обсуждали искусство, рассказывали друг другу о своей жизни и делились радостями. Так. Эмин сразу поддалась чарами подруги и всем сердцем отдалась новой страсти. У них начался бурный роман, и вскоре Хильда с Эмин стали неразлучны. А я думала, она по мужчинам. Так, сейчас. Ой, все, шторки задвинули. Сейчас. Не задвинули. Отсвечивает. В следующие три года Хильда доверилась Эмин, рассказала все о своей вампирской природе, и юная актриса тут же попросила подругу остановления. С одной стороны, она мечтала о том, чтобы их любовь длилась вечно, с другой не могла устоять перед соблазном обрести вечную молодость. Однако Хильда сумела вымолить разрешение на становление у местного принца лишь спустя еще три года. Тот не хотел соглашаться, опасаясь, что дурная слава и ветреность им станут угрозой маскарадом. Так, тяжелая поступь. Интересно. Так, со дня своей встречи в Карл-театре Хильда и Эмин жили в Австралии, пока в 34 году не уехали в Париж, а затем в Бордо. Увы, капитуляция Франции нарушила планы. Ля-ля-ля-ля. Поначалу принц города Квинс-Кинг, принадлежавший клану Кавиан, не хотел их принимать, но в конце концов дал им убежище. Их представили бостонскому двору. Потом интриги пошли. Хорошо, королева ночи. Расставшись с Хильдой, Эмин переехала в тихий город Бостона, подальше от Кинга, интриг и своего сира. Это было не лучшим решением, поскольку район, в котором она осела, пользовался дурной репутацией. Его населяли в основном слабокровные сородичи и сторонники анархов. Но сдаваться Эмин не собиралась. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Здесь она и познакомилась с Хейзел и Версен. Очарованная идеями и нравом Вентру поддержала Ирц, которая... Короче, все, мы все прочли. Галеб. Ух, какой красавчик! Это вот за него мы тоже будем играть. Давайте уже прочтем о нем потом. И вот это Лейша. Камарилья. Ух. Так, все. Мы будем читать все понемногу. Текста много. А читать здесь можно часа пол 100%. Так, ну, посмотрите на нее, не красотка. Вау. Так, офигенно. Долгая предстоит ночка. Да-да-да. Мисс Луис, welcome. Мисс Луис, добро пожаловать. А вы не хотите еще мне поклониться? А ты не хочешь мне еще раз поклониться? Да, ты можешь мне помочь. Да, да, да. Очень сильно ты можешь мне помочь. Понятно. Так, что у нас здесь? А мы умеем бегать? Мы бегать не умеем. Проблема. Так, игра не темная, может чуть-чуть яркость подкрутить? Ой, какая мадам красивая идет.
и глаза зеленые. Очень красивое сочетание кожи и зеленых глаз. Ой, какой большой мужчина-то. Ой, нам надо с ним познакомиться, но не с этим. О, господи, о чем скалится? Кто она, Галиб? Эмим Луис. Судя по улыбке, клан Ториадор. У нее это на лице написано. Как насчет того желчного парня с бородкой? Дежан Сиака. Дайан Сиака. А чернокожих из клана Перпов, будь с ним осторожнее. Он одним взглядом может вскипятить тебе кровь. Ой, красавчик ты какой беленький. Ой, азиаточка тоже. При дворе всегда так малолюдно. Ой, боже. О, он такой офигенный, ё-моё. Ух, обычно нас больше. Все должны были присутствовать на вечере. Здесь никого не должно было остаться. Не переживайте за кода красный. Не хотелось бы мне сейчас оказаться на месте Кая. Чем? Он исполняет обязанности начальника охраны. Сегодня ему придется работать на износ. Я поняла, что вы имели в виду. Слышать, что у нас Сферату быстро старятся. Это одно. Но вот увидите того, совсем другое. Вот, в этом нет их вины. Думаете, сегодня вы сможете получить от принца разрешение на мое становление? Нет, обстоятельства изменились. Да, я стал брутальным мужиком. Господи, он такой страшный. А он? Это ваше дитя? Мистер Беррил Андервуд. Страшно стало. А это у него рисунок на костюме? Или он по пути кого-то там выпил случайно, там так типа за углок зашел, трубочку засунул и попил? Так, это настоящая акула. Он один из членов Фримогена. Я не хочу говорить с ней об этом. А кто она вообще такая? Давайте не будем раскрывать, кто он есть, просто скажем, что он настоящая акула. У него есть внутренний демон, как и у всех нас. Его грызет демон неумолимой любви к деньгам. Его кто-то приставит к его сердцу кол и скажет, деньги или не жизнь, то он попросит минуту на раздумье. Так эта алчность стоила ему вашего уважения? Да он, одно сплошное разочарование. Не забывай, двор — это шахматная доска. Мы чудовища, жертвующие пешками. Если хочешь стать важной фигурой, веди себя соответственно. Но здесь с тобой ничего не произойдет. Мы в доме принца. Должно быть, она уже закончила. Жди меня здесь. Это не должно занять много времени. Это не обсуждается, ММ. Я этого ей так не успущу. Так, Дайан, успокойся. Где Джорни? Зачем она тебе? Так все, вот не начинай. Она занималась организацией вечера, она должна за это ответить. Не приплетай ее к этому. Поздно, она в нем завязла. И не пытайся ее защитить, она уже не ребенок. Я не могу связаться со своим дитя. Мы потеряли связь со всеми, кто был там был. Давай, Шрут, спасай Имани, а не мели языком. Что, тебе надо напомнить о правилах? Мы не можем уйти. Просто умничка. Ты никогда не изменишься. Дайан. Что? Ох, Хильда, да ладно тебе, и ей пора повзрослеть. Оставь нас. Ох, какая женщина. Баба, какая большая женщина. И кажется, злая. Или нет? Обошлась бы без твоей помощи. Прошу, не навязывай меня так. Я за тебя переживала. Ты все так же зациклена на прошлом и никак от меня не отстанешь. Говори потише. Все на нас смотрят. А это кто? Не говори себе, что бывшая? Мы же приехали, как бы там... уехали от нее? Так, усиление. Позволяет временно повысить уровень навыка на 1 или 2 единицы. Чем больше усиление, тем выше его цена в очках воли. То есть мы тратим очки, и чем усиление больше, тем значит мы тратим больше очков. Можно усиливать только те навыки, которых показатели которых равен хотя бы 1 очку. Дисциплины или знания нельзя усилить. Отлично. А что такое усиление?
как? А как мне нажать усиление? Оно какую мне мышь говорит там? Мне просто надо выбрать? А как? А как? Блин. Ничья. Если уровни навыка или дисциплины равны, исход конфликта считается неясным. В этом случае на вероятность победы влияет бонусы или штраф. Вы также можете потратить очки, чтобы получить преимущество. Угу. А, вот как оно. А, вот мы наводим, получается, на ответ и колесиком мыши щелкаем. Поднимаем, например, вверх или вниз. Здесь ничего нет, а здесь я поднимаю вверх, и мы это усиляем. Значит, успех 30%. Нет. А если так сделаем, то успех уже 100%. Поэтому выбираем это. И усиливаем. Усиление навыка противника плюс 1. Успех 30%. Ничья. Так у нас было 100% успех. В чем проблема? Ваши соперники тоже могут усиливать свои навыки. В отличие от вас, они могут усилить свои навыки только на один уровень. Вероятность усиления навыка противника выражается в процентах. Чем агрессивнее вы себя ведете, например, усиливая навыки или применяя дисциплины, тем выше вероятность усиления навыка противника. Ага. Ты знаешь, что означает код красный? Ты же про Могин. Ты должна что-то об этом знать. Я не знаю больше остальных. Как оказалось, вот правило один из лакеев Мура. Это все, что мне известно. Один из лакеев? Джейсона Мура. Ты его не помнишь? Это человек, занимающийся нашими делами в дневное время. Он распоряжается нашими активами, решает вопросы с банками. А он здесь какого бока? Не знаю, похоже, мисс Хейзел Иверсон, могущественный принц Бостона, больше не общается с Примагином. Ведь сейчас для подобного самое время. Она хочет меня видеть. Ты знаешь почему? Вероятнее всего, она хочет поговорить с тобой и Джорни. Я всегда предупреждала тебя об этой девочке. Ага, конечно. Мне пора. Хейзел должна быть наверху, лучше бы мне поторопиться. Да, мы поторопимся. Как посмотрим на тебя? Заколочка потрясающая. Вот это будет. Интересно, это у нее татушки или что? Это у нее такое блестящее тело. Ну, конечно, цвет тела довольно мертвый. Так, на вас мы посмотрели, с вами мы говорить не хочу. Мы можем... Какие у них кислые лица. А вот давайте с ней поговорим. Привет, Эбби. Привет, Эмми. А ты в курсе, что происходит? Извини, но я не могу... Пожалуйста, это мне будто оставили посреди минного поля. О Джорни всякое говорят. Многие думают, что это все из-за нее. Ты знала, что вечер организовала Джет? Черт. Уверена, что вина за все произошедшее лежит на нее. Не думаю, что она с этим как-то связана, но лучше не расслабляться. Так, понятно. Я поняла, что сейчас нашей той подруги Джей, кажется, за которую мы играли, ее зовут Лейши, дадут хорошенького пинка под попу. Так, поднимаемся к принцу. Ну и ужасная ночка. Так, показать цели. Какого дела ей от меня надо? Не знаю, давай лучше пойдем к принцу. Я не против принца увидеть. Хотя у нас есть такой вампир в клане красивый. Ладно, это не наш клан, они все в разных кланах. Все разные династии и происхождения. Так, стоп, начался хоррор, и мы в психбольнице.
лишь безумная прародительница. Мам, все хорошо? О чем ты задумалась? Ни о чем, милая. Что ты говорила? Ты опять увидела картинки? Ты же не вернешь ее в институт, да? Нет, не переживай. Пока что я буду с тобой. Не люблю, когда Ричард тебя уводит. Он мой психиатр. Он за мной ухаживает, чтобы я могла проводить с тобой время. У мамочки иногда бывают небольшие трудности, помнишь? И вижу, что не успеваю произойти, блин. Да, знаю, еще тебе надо спать, поэтому иногда ты отдыхаешь один от всех. Но 3 года так долго тянулись. Я там один диалог пропустила. Ладно, ничего, я просто завтыкала. Я очень по тебе скучала. Без тебя это время казалось мне вечностью. Я тоже по тебе скучала, мамочка. Куда я без своего сладкого монстрика? Мама, что случилось? Почему все такие грустные? Кажется, случилось что-то серьезное. Я переживаю, Ричард до сих пор не пришел. Я хотела его найти, чтобы он все объяснил, но его нигде нет. Что же нам делать? Мне сказали подождать здесь, потому что с нами хочет встретиться Хейзел. Скоро придут взрослые, мамочке нужно будет с ними поговорить. А, тогда я пока спрячусь. Взрослые не очень любят со мной общаться. Как хочешь, милая, только не убегай далеко. Можешь идти. Покажи, что ты делаешь, чтобы тебя точно никто не заметил. Хорошо. Ого. Так, получается, это дочка наша. И она, кажется, вампир, и у нее способность невидимки. Лейша, давно не виделись. Привет, Эмим. Когда ты вышла? Сегодня Хейзел хочет меня видеть. Это значит, ситуация чрезвычайно ее встревожила. Или же она любит преувеличивать. Ой, какой красавчик. Так, Эмма не осознает, насколько все серьезно. Она должна уважительнее относиться к принцу. Знаю, вы довольно давно знакомы, но теперь она принц Бостона. На публике всегда проявляй к ней уважение. Она твой принц. Нотации мне читаешь? Сначала Сиака, теперь ты. Что вы ко мне все прицепились? Может, ты сама напросилась? Если бы ты вела себя хоть немного более уместно, учитывая обстоятельства и происходящее, ты бы лучше поняла, почему все так нервничают. Даян сам напросился. Давайте так. Сияка сам в меня вцепился. Я ему что, средство для снятия тревожности? Прости, Базари, но у нас здесь так не принято. Нам необходимо сохранять спокойствие и принимать любую помощь. Даже из самых необычных источников. Удивительно слышно это от Патриции. Обычно вы не доверяете таким источникам, как пророчество детей Малкава. Ты не знаешь, о чем говоришь. Я только хочу сказать, что твоими галлюцинациями проблему не решить, в чем бы она ни заключалась. О, Господи. В этот раз все иначе. Эмми может остаться при своем мнении. Мне все равно. Мы все в опасности. Когда я очнулась, то почувствовала опасность повсюду. Это ощущение для меня вновь. Прошу, объясни. Это было словно вся моя обреченная раствориться в хаосе. Может, ты и права, и это все Хейзел с ее любовью к драматизму. Время покажет. Добрый вечер, дамы, сэр. Принц готов вас принять. Так, Эмим, Луис. Мятежная звезда, прекрасная дива, ярким пламенем освещающая ночи Бостона. Эмим знает, что нести свет в мир тьмы может быть опасной, но ей все равно. Выберите профиль. Сыщик, мастер на все руки, ветеран, свободный. Так, профиль. Ориентированный на знания и навыки, которые позволяют действовать скрытно, а также выпивать или похищать информацию.
профиль ориентирован на повышение характеристики разнообразия навыков, открывает практически все виды взаимодействия, но не дает овладеть ими в полной мере. Профиль ориентирован на диалоговые навыки. Физические характеристики позволяют использовать ауру персонажа в разговорах. Профиль без заранее распределенных очков. Так, интересно, интересно. Тут мы можем выбрать профиль. Мне, кстати, нравится довольно сыщик. Но я не знаю, последующие другие два персонажа мы тоже можем выбрать профили. Или мы можем выбрать свободные. То есть мы можем им просто выбрать дальше профили. Или они автоматически сделаются, мы сможем выбрать только одного персонажа. Ну давайте сделаем ей сыщика пока. Ой-ой-ой, что происходит? Что происходит? Так, лист персонажа. В начале сцены вы можете потратить уже заработанный опыт на усиление способностей персонажа. Эти способности можно найти в листе персонажа и в листе дисциплины. Каждая характеристика влияет на несколько навыков и дисциплин. Характеристики увеличивают шанс успеха в случае ничьи. Так, знания. Для использования навыка знаний нужно расходов воли, их нельзя усилить. Так, как нам распределилось это все? Мы это можем отменить. Физическое. При равных показателях в диалоге победитель определяет случайным образом с вероятностью, на которую влияют соответствующие коэффициенты. Ага. Ага. Так, проницаемость у нас 2. Электроника. Умение разбираться в электронном оборудовании, взламывать разнообразные устройства, получать доступ к ценной информации. Красная речь у нас есть. Убеждения и психология. Это, получается, диалоги. Это знания, исследования. А что за меню дисциплины? О, это уже интересненько. Дисциплина, очки опыта вложены в дисциплину, повышают уровень и могут открыть новые возможности. Дисциплины могут быть пассивными. Так, величие. Дает доступ к величию в диалогах. Пока непонятно. Активирует стремительное зрение. Это позволяет увидеть ключевые точки окружающей обстановки, до которых ими может добраться при помощи рывка. Рывок позволяет моментально перемещаться между ключевыми точками. О, это не знаю. Так, сверхъестественное восприятие. После активации оно обостряет 5 основных чувств, позволяет видеть возможные варианты будущего и замысла врагов. Так. Открывает взаимодействие, связанное с 5 основными чувствами. Ясновидение, сложности взаимодействия, ясновидческое зрение позволяет увидеть взаимодействие, связанное с памятью предмета. Ага, ну ладно, пусть пока здесь будет так. Это принц? Женщина или слева принц? Хейзел. Хейзел. О. Видимо, на принц. Делсин. Заходи, Эмэм. Да, это принц. Какой большой телохранитель. Я хотела с тобой поговорить. Чем могу быть полезна? Я рада, что ты здесь. Мы давно не виделись. Скажи, где ты была этой ночью? Думаю, как и все, я была дома, готовилась к вечеру. Повезло, что ты не пришла туда раньше времени. Почему? Что-то случилось? Ты знаешь, что означает код красный? Произошло нападение. Это невыносимо. Предполагалось, что соглашение укрепят власть моего двора. Вместо этого меня выставили дурой в глазах союзников. Теперь придется снова укреплять дипломатические связи чернокнижниками. Осборн, что там? Причем здесь я? Что? Пока что можешь об этом не переживать. Сейчас у нас есть дела поважнее. Нас? Приведи ко мне Джорни. Зачем? Она ни при чем. Зачем она тебе? У меня к ней есть несколько вопросов. Если она допустила ошибку, мне нужно знать, что именно произошло. Уверена, твоей подруге есть что рассказать.
что вот это означает значок? Она ни при чем, но мы не знаем, в чем она сейчас может быть виновата, поэтому защищать ее сейчас будет очень глупо. Мне кажется. Yes, my prince. Да, мой принц. Я скоро вернусь. Это не единственная причина, по которой я хотел тебя убить. У меня есть для тебя предложение. Я слушаю. Это касается совета Примаена. Ты знакома со всеми его членами? Берилом, Ричардом, Хильдой? Я оценила поддержку, которую они оказали мне после исчезновения предыдущего принца. Квинтина Кинга. Но сейчас они стали мне помехой. Они местами регулярно выступают против моих действий. Этому необходимо положить конец. Так, если я это я усилить не могу, на самом деле, поэтому мы просто промолчим. Последние годы Камарилья столкнулась с множеством трудностей. Многие наши оплоты пали. Я не допущу, чтобы Бостон постигла та же участь, но для этого нужны верные союзники. Так что, как ты смотришь на место в Примаене? Что? Ты всегда заботился о своих, Эми. Не прося ничего взамен. Возможно, тебе пора взять на себя ведущую роль в делах сообщества. Хильда этого не допустит. Она никогда не станет считать меня равной себе. Сидеть рядом с собственным дитя будет для нее унизительно. Я ее принц. Она мне подчинится. Но ей это не понравится. Мне все равно. То, что я тебе предлагаю, куда более важно. Что думаешь? Ой, мне нравится. Мне не нравится двор. Мне надо... Нет, я согласна. Почему здесь нет варианта? Я согласна на это. Ну, блин. Не знаю, мне надо подумать. Время не ждет. Ты деловая женщина, Эми. Я знаю, ты отлично справишься с этой ролью. Вернемся к этому вопросу чуть позже. А пока... Я знаю, Джей. Сначала мне надо поговорить с Сильвией. Нужно проветриться. Ступай. Сегодня ты не сможешь выйти на охоту. Лучше подготовиться. Приди ко мне, Джорни. Хорошо. Я не сомневаюсь в тебе, Эми. Не подведи меня. Можешь на меня положиться? Какого хрена происходит? Какая-то не женственная у нее походка. Что вообще происходит? Что здесь за вечеринка-то закрытая? Эмэм, как я рада видеть тебя целой и невредимой. Привет, Сил. Не отказалась бы от чего-нибудь освежающего. Разумеется, я принесу тебе бокал. Я предпочла сосуд. А, в таком случае угощайся. Фу-фу, только постарайся их не портить. Ладно, у нас только они и остались. Поняла, буду аккуратна. Дай знать, если что-нибудь понадобится. Так, безопасная зона — это место, где никто не увидит, как вы пьете кровь. Чтобы найти такое место, хорошенько осмотритесь. За один раз в безопасную зону можно отправить только одну жертву. Ладненько, на этом, думаю, мы приостановимся и увидимся уже в следующей серии, если вам она понравится. Так что не забудь поставить свой царский лайкосик, если ты хочешь продолжение этой игрушки. И не забудь подписаться на канал, на Павле ВКонтакте, у меня есть сервер в Дискорде. Все ссылочки в описании. Все, всем пока-пока.